Село Агдала в Арыском районе живет скотоводством, но сейчас у жителей большие проблемы. Не хватает пастбищ, скот гибнет от непонятных болезней. Казыр ауылда сараурудан өлген 22 мал бар. У меня 22 теленка умерли. Сами со своими проблемами куда идти не знаем. Где ветеринары? Пастбищ нет. Так тут еще эта болезнь. Сельчане надеялись, что их проблемы решит новый аким, тем более, что должность эта теперь выборная. И местные депутаты, по идее, должны были поддержать человека, который разбирается в ситуации на селе. Выбирали среди тех, кто аула вообще не знает, пришлые люди. А ведь среди кандидатов были те, кто душой болеет за наше село. И зоотехники, и специалисты сельского хозяйства были. А этот, нет ему до наших проблем никакого дела. Новый аким села Агатай Таженов говорит, что только входит в курс всех проблем агдалинцев. И просит сельчан немного потерпеть. Мы организуем работу по решению всех этих вопросов. И болезней скота, и поиска земель под пастбище. И обязательно отчитаемся перед народом. Старейшины села недовольны также тем, что саму кандидатуру акима с ними не согласовывали. Хотя, по идее, именно это и лежит в основе политических реформ и введения выборности.